Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить слоеный мясной салат с черносливом. Для приготовления слоеного мясного салата нам потребуются следующие ингредиенты. 200-300 грамм отварного мяса говядины, 50-70 грамм чернослива, 2 вареные в мундире картофелины, 2 вареные небольшие свеклы плюс 1 для декора, 150-200 грамм свежей капусты, 2-3 зубчика чеснока, 200 миллилитров майонеза, соль. Чтобы приготовить слоеный мясной салат с черносливом, необходимо подготовить все необходимые ингредиенты. Вареное мясо нарезать мелкими кубиками, капусту тонко нашинковать, присолить и слегка помять руками, чтобы капуста пустила сок. Картофель очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Смешать капусту и картофель в одной емкости. Свеклу очистить от кожицы и натереть на крупной терке. К ней добавить очищенный и выдавленный через пресс чеснок. Перемешать. Если чернослив твердый, обдать его кипятком и оставить на несколько минут. Затем воду слить, а чернослив порезать небольшими кубиками. Теперь будем формировать наш слоеный мясной салат с черносливом. Глубокое блюдо простелить пищевой пленкой и слоями уложить в него продукты в следующей последовательности. Первый слой – нарезанное мясо. Смазываем майонезом. Второй слой – картофель с капустой. Также смазываем майонезом. Третий слой – порезанный чернослив. Четвертый слой – свекла с чесноком. Смазать майонезом. Затем слои повторить, пока не будут использованы все продукты. Вынести слоеный мясной салат с черносливом на холод и дать постоять минут 30-40. Затем салат аккуратно перевернуть на плоское блюдо. Пищевую пленку снять. Верх салата смазать майонезом. Я использовала майонез, смешанный с соком отложенной свеклы. Украсить салат по своему желанию. Наш слоеный салат с мясом и черносливом готов. Этот интересный салат будет отличным украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить его и вы. Если вы хотите выглядеть стройнее и получить фигуру своей мечты, то для этого совсем не обязательно отказываться от любимой вкусной пищи. И совсем не обязательно мучить себя изнурительными диетами. Худеть можно даже с удовольствием, если знать, как это делать правильно. Всем, кто хочет похудеть, необходимо сейчас же перейти по ссылке под видео и получить совершенно бесплатно видеотренинг доктора Галины Николаевны Гроссман «Избавление от пищевой зависимости». На сайте достаточно указать свое имя и адрес электронной почты. Переходите по ссылке, получайте бесплатный тренинг и худейте с удовольствием. Жду ваши отзывы и комментарии. А также пишите, какие рецепты вы хотели бы видеть в наших следующих видео.